А вот вам, пожалуйста, и Марс. 24 января 2021 год. Харьков. Пробился сквозь облачка. Молодец. Где-то вот он наш красавец, он очень далеко сейчас от земли. Сейчас рядом с ним Уран находится, но, конечно, никак мы его сквозь такую облачность не увидим. Так, а вон у нас Луна. Пошли к Луне. Так, время я не обозначил, да? Альдебарана пока не видно. 16:47 по Киеву. Харьков, 24 Ты видишь, какие облака вообще. Ну, то есть дымка вот эта. Совсем всю красоту нам. Не то чтобы портит, но... затмевает. Все как сквозь молоко. Все, отошел, не трогаю. Кратер тихо. Тихо, Браге. Датский астроном, в честь его называли кратер. Пуп Луны. Мне это пуп Луны. Ну, похож на пуп Луны, по-моему, похож. Луна красавица. Аристарха кратера не видно, да? Ну, вот Платон есть. Кругленький. Ну, они совсем мутненько, совсем. Так, что у нас там? Меркурий сегодня в наибольшей элонгации, но там вообще сплошняковые облака. Даже пытаться не буду. Снимать, потому как нечего там снимать. А вот Альдебаран в 4 угловых градусах от Луны. Пока его почему-то не видно. Ну почему-то. Потому что, во-первых, облака такие суровые. Вот там Меркурий. Вот там вот это все мрачно там. На западе, на юго-западе. Сплошное месиво из облаков. Так. И что, и уже даже Марса я так визуально не наблюдаю глазами. Видать, зашел он. А, вон он. Вижу тебя, вижу. Ну, вот он наш красавец. А до него я не буду врать. До Луны 395 тысяч километров сейчас. И она к нам приближается. А вот Марс, по-моему, от нас удаляется сейчас. Было там
глубоко, за 100 миллионов километров до него. Так, снимаю я на фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Нет у меня никаких телескопов. Сразу на наиболее частые комментарии отвечаю. Это не телескоп, это просто тренога, штатив и фотоаппарат, все. И мои кривые руки. Вот он наш красавец. Сейчас ниже трясет, это уже ветер. Я уже отошел, это уже не мои кривые руки. Сейчас ниже всего в 2 градусах угловых от Марса находится Уран. Хотел я на него попробовать хотя бы разок навестись, но, соответственно, не с нашими погодными условиями. Мутненько, мутненько. Есть у меня видеозаписи прошлогодние, когда Марс был в противостоянии, когда он был на наибольшем приближении к Земле за 12, по-моему, лет. Видно ледники на полюсе Марса. Полярная шапка. Не, а где Альдебаран? А вон Альдебаран. Так, слева, кто не помнит, Луна. А вот он, Альдебаран. Ну, и я, конечно, ну, извиняюсь, я не знаю, за что тут можно извиняться. Погодные условия такие. Первый раз за месяц вообще небо хоть открыли чуть-чуть. Ну, хоть чуть-чуть, это Антон, спасибо. Но ни о чем можно сказать Альдебаран, потому как не наведешься на него этой резкостью, играясь.